Всем привет! В этом видео я расскажу о спектре услуг, которые оказывает компания MegaWeb24, связанных со сферой работы с маркетплейсами. Я расскажу о том, где вы можете сэкономить, как вам эти услуги вообще в принципе упростят жизнь. Компания MegaWeb24 оказывает услуги упаковки, штрих-кодирования, маркировки и доставки ваших товаров на популярные маркетплейсы, такие как Озон или Wildberries. Вы можете купить товары как у нас на сайте MegaWeb24. У нас есть около более 5000 позиций, которые подходят под продажи на маркетплейсах. Также вы можете привести товар к нам на склад от стороннего поставщика. И еще есть одна услуга, на мой взгляд, очень важная. Это выкуп товара у поставщика, которого вы нашли. Но вот, допустим, у вас поставщик, вы не уверены, как бы в качестве товара, в том, соответствует ли товар тем картинкам, которые вам поставщик скинул. И вы хотите в этом убедиться, мы можем съездить к вашему поставщику, посмотреть, как бы соответствует ли товар тому, что он вам скидывал, то есть что мы видим, соответствует ли это тем картинкам, которые вы получали от поставщика. Особенно актуально это при работе с поставщиками, которые находятся на крупных оптовых рынках города Москвы, такие как торгово-ярмарочный комплекс «Москва», «Садовод», всеми известный, и «Южный ворот», пожалуй, так. Давайте я вам расскажу о преимуществах, которые вы получаете при работе с нашим сервисом относительно того, если вы будете делать ту же самую работу самостоятельно. Допустим, вы находитесь в регионе, и, кстати, особенно востребована услуга, я думаю, будет тем людям, которые хотят начать работать с маркетплейсами из региона. Допустим, вы находитесь условно в городе Новосибирск, и у вас есть желание продавать товары через маркетплейс Wildberries. В Wildberries есть два склада, которые принимают товары по системе ФБО. Это Московская область, город Подольск, и город Казань. Скорее всего, ваш поставщик будет находиться в городе Москва. Ну, так как вообще, в принципе, большее количество складов, особенно тех складов, которые связаны с товарами, которые приходят из Китая, они находятся в Москве. Вот. Чтобы вам организовать поставку со своего региона товара, вам нужно сначала закупить товар в Москве, привезти его себе в Новосибирск, оплатить логистику до вашего города. Далее товар где-то нужно отсортировать, проверить на брак, сделать упаковку и, соответственно, запаковать в коробы и отправить обратно в город Москву, чтобы он попал на склад маркетплейса. Добавляется еще одно логистическое звено доставки с Новосибирска до города Москва. То есть вы оплатили как бы логистику два раза. Увеличиваем количество звеньев логистики, увеличивается, соответственно, цена и риск того, что товар может где-то повредиться, помяться, элементарно разбиться или же вовсе потеряться. Согласитесь, как бы не очень перспектива. Если вы будете работать с нашим сервисом, то, особенно если у вас будет поставщик в городе Москва, то, собственно, товар он не будет покидать область, Московскую область. То есть ваш поставщик привозит нам на склад, и мы привозим на склад маркетплейса. В итоге значительно сокращается время поставки товара на маркетплейс, и, соответственно, уменьшается стоимость логистики в несколько раз, и увеличивается качество, уменьшается риск того, что товар будет где-то разбит. Если же вы, вот, допустим, поставляете товар какие-то первые разы, и вы еще толком не знаете те правила, по которым нужно маркировать и упаковывать товар, вы можете где-то допустить ошибки. И вот представьте себе такую ситуацию: вы потратили очень много времени и сил, выбирали товар, маркировали его у себя, допустим, дома, и в итоге сделали где-то ошибку, и товар в итоге у вас развернулся на складе уже маркетплейса. И, понятное дело, ваш запал как бы уменьшился, мотивация тоже. Это вам еще предстоит товар опять получить в своем регионе и опять сделать те же самые процедуры. Вы потеряете еще денег и еще время. Ну и, соответственно, может быть, у вас
немножко угаснет желание работать с маркетплейсами, потому что вот первый блин как обычно common, как говорят. К тому же, помимо всего прочего, вы должны где-то этот товар хранить и где-то товар этот обрабатывать в своем регионе. То есть для этого либо вы будете использовать свою собственную квартиру, но согласитесь, как бы квартира – это то место, где мы живем, и там должна как бы царить чистота и порядок, и как бы не очень будет комфортно, если вы квартиру превратите в свой склад. Это будет лишний мусор, лишние упаковочные материалы, в общем, лишний дискомфорт для вас и ваших близких, которые живут рядом с вами, так себе перспектива. Или же вам придется какой-то склад арендовать, но опять-таки вы не сможете платить за склад только какие-то определенные часы, когда приходит к вам товар. Вы должны будете платить за склад постоянно. И также вы должны будете содержать какого-то работника, который будет заниматься, соответственно, маркировкой, упаковкой этих товаров. К тому же вам нужно закупить какие-то расходные материалы, там пакеты на зиплок, термоусадочную пленку. Потом вам нужно закупить оборудование, термотрансферный принтер тот же, например, это опять стоит денег. В итоге у вас вот эти вот затраты, они вылетают в копеечку. А если вы будете пользоваться нашим сервисом, вы будете платить только за фактически оказанные услуги. Ну вот, скажем, нужно вам проваркировать и доставить на Marketplace 100 единиц товара. Вот вы заплатите только за 100 единиц товара, вы не будете платить лишнего, не будете платить там за какой-то станок термоусадки, за термотрансферный принтер, за опять-таки какой-то склад, который вы там не часто используете, тем более за работников, которые ничего не делают. То есть это значительно, в несколько, наверное, раз, если не десятков раз, экономит ваши деньги, связанные с поставкой товаров на склад маркетплейсов. Далее мы можем оказать вам услугу по вашему техзаданию и проверить ваш товар на брак. Особенно может быть актуально, если у вас у данного поставщика первая поставка, и вы еще не знаете, какой процент брака в этом товаре заложить. Если он как бы большой процент брака, значительный, то имеет смысл проверять. Если вы знаете, что там буквально одна штука из 100 обычно бракованы, то это того не стоит. Для чего нужно вообще проверять товар, особенно в первые разы? Ну, для того, чтобы было меньше рекламации со стороны конечных клиентов, меньше было негативных отзывов и, соответственно, меньше страдали ваши карточки товаров от этого. Потому что рейтинг будет понижаться в виде плохих отзывов и, соответственно, этот понижающий рейтинг в итоге отразится на ваших продажах. Также компания Мегаоп24 оказывает услуги в области фотографирования вашего товара и также в области заполнения, правильного заполнения карточек товара. Но согласитесь, если вы товар привозите в первый раз-то на наш склад, чтобы мы его отмаркировали и запаковали, то вам наверняка нужны будут фотографии. Возможно, конечно, вам фотографии даст ваш поставщик, это будет хорошо, но если он вам их не дал, то наша фотостудия может самостоятельно отфотографировать товар и отретушировать. И более того, мы можем пригласить дизайнера, который приведет ваши карточки товары в такой вот продаваемый вид, скажем так. Обозначим смыслы в товарах, преимущества в виде отдельных графических каких-то изображений. Это бывает очень актуально, если вы хотите выделиться на фоне остальных конкурентов, такая услуга у нас тоже есть. Также мы можем проконсультировать вас по поводу того, как правильно заполнять карточки, можем также завести карточки самостоятельно за вас, используя SEO, в том числе описание для того, чтобы ваш товар получил максимум трафика на начальном этапе. В общем, если подытожить, то совокупность наших услуг позволяет вам совершать поставки на Marketplace условно под ключ, то есть с минимальными вложением вашего времени, с максимальной оперативностью, с минимальным количеством логистических звеньев, то есть ваш товар будет минимальное количество в пути, что уменьшает риск того, что он где-то там побьется и где-то может потеряться. Вы также будете уверены в том, что упаковка была произведена правильно, ваш товар не попадет в обезличку, ваш товар не развернут на складе маркетплейса. То есть мы сдадим все с первого раза. Если вас эта услуга заинтересовала, то заполняйте форму ниже
и мы скинем вам презентацию наших услуг и прайс-лист. И также просчитаем вашу первую доставку через наш сервис. А я вам хочу пожелать удачных продаж, поскорее начать продавать ваши товары на маркетплейсах, а наш сервис услуг под ключ вам в этом поможет. Всем до встречи. Пока!